день. Всем привет. Я сегодня испекла торт с утра. И у нас как бы есть что поесть. Заливала его, знаете, сначала с какао, потом без какао, потом опять какао. Так вот. Обычный домашний тортик со сметаной и крем тоже сметанковый. Ну, вот так вот у меня тут получился. Обычный домашний тортик. Пусть постоит, пропитается. Почти вся сметана ушла. Саша говорит, мама, ты, главное, не заливай. Я доем. Она тут ложкой доедала. Вася вчера еще малинку принес. Так и лежит, никто не доел. Так, достала я курицу. Хочу ее в духовке запечь. И вечером, может быть, сделаем какой-нибудь салатик. Курицу на салат хочу, я уже повторила, в духовке. Не варить, а в духовке. А может быть, просто мясо съедим. Но лучше салатом сделать, да? Да. Девчонки сейчас пообедают, и потом будут уже тортик. Чем вы там занимаетесь? Мы в Роблоксе играем в фильм Саша, будь аккуратнее тут убийца. Фотки. А, все. Она у нас спала. Игра завершена, зверь сдался. Ну, что я покажу? Всем привет. Всем привет. Девчонки, время не закончилось еще у вас? Очень 2 минуты. Еще 3. Вот такую игру играем. Ну, молодец. У нас наши наши знают, Саша. Да. А зрители в комментариях пишут, что почему Тома спит на Сашиной кровати. Они вообще спят, как попало. Приду, Женька там, или на нижней полке, то Саша тут спит, то Женя там спит. На следующий день прихожу, Женя тут, Саша тут. Тома бывает здесь спит, бывает там. Ну, Тома в основном... Она всегда со мной спит. Ну, да. А когда Софийка у нас, Тома спит с детьми, а так она с мамкой спит. Да? Да. Угу. Ну, я когда спала сейчас, с Сашей, потом перешла к папе. Я даже четверо, да. Что болела. Кто-то укамила. Покрывалась вчера тоже, все перестирала. Сушилки но посушила. И оно село, да? Она была немного больше. Ну ладно, что теперь? Да. Была немного больше. Смотрите, как села. Хотя я вообще сушила, прям оно влажное было, я потом досушивала. А у Саши кровать получается короче, поэтому у нее нормально легла, покрывала. Ну зато чистенькая. А делать красненько, Саша? Девчонки, поднимите все с пола. Так, ладненько. Дарина, наверное, к папе пошла. Они там что-то делают, там что-то пересаживают. Сейчас я ее замариную чем-нибудь. Я обычно, знаете, как делаю? Соль, перец, паприку, чеснок и масло растительное. Натираю. И потом духовку. Практически всегда делаю одинаково. Вася там еще какие-то деревяшки посадил. Кустики. Надо в магазин ехать. Фрукты уже заканчиваются. Яблоки. Вот они по 39, по-моему. Ой, ну нереально вкусные. Нереально. Надо, у меня хурма одна осталась. Я ем одну штучку в день. Ну, где-нибудь в обед. Никто больше не хочет. Никто. Хотя вкуснота неимоверная. Прям очень вкусная. Все на улице. У нас прохладно. Плюс 10 всего. Девчонки даже перчатки достали. Где-то бегают. Я говорила, тут Вася что-то посадил. Там за домом сидят. Говорю, Дарина тут папе помогает.
нас даже девчонки могут так. Я говорю, даже девчонки могут веточки рубать. Да, это мой олень. Твой олень. Вася тут уже одну полосочку малины убрал, рассадил ее. Видите, здесь вот протянул нитку, веревочку вернее. Будет дорожку делать, чтобы ровненькая была. А то она какая-то кривая вся была. Так ровненько сделает. Сказал, досадит еще клубнику. Наступит на них. А здесь малина белая, черная. А здесь вот уже поздняя, которая малина. Вот оттуда Вася все пересадил. И здесь, наверное, тоже малина будет отнести. Она курам сварит, у нее 4 курочки. Мы уже все пообедали, посудомойка у меня тут уже закончилась, и вот замариновала курицу. Единственное, еще соус соевый добавила, вот маринуется. Сейчас я ее в духовку поставлю и поставлю яйца варить. И какой-нибудь салатик придумаем. Девочки пришли уже с улицы, сели кушать. Я пробовала тортик мамин, очень вкусный. Прям вообще, пальчики оближешь. Что-то смотрит непонятное. Как тут появился? Ну, сейчас поедят и что-нибудь поиграют. Или позанимаются. Завтра в школу. Умножить на 6. Девочки решили сыграть в школу. Решили? Нет. Саш, за одну минуту никто не сможет решить. А есть люди, которые, может быть, плохо вычитают, им надо на столбиком посчитать. Томочка огуречек кушает. Решили. Получается сколько? 12 тысяч. Нет. Ой, 1200. Нет. 6 тысяч. А, нет. Я на 3 посчитала. Потом проверишь. Второй вопрос. Какой вопрос? Это второй, ну, пример, наверное. 12 тысяч. Сколько? 12. Ну, Женя тебе и сказала 12 тысяч. 12. Ну, я на 2 считала. На 3. Так, 12 тысяч умножить на 2. Тома, ты чем не играешь? Сколько? Ну подожди, Саш. Я думала, на телефоне так быстро считать. 23 тысячи. Правильно. Третье. Миллион умножить на 3. Нифига у вас примерчики. Ой, Томочка в мозаику поиграет. Мне на день рождения ее подарили. Сколько получается? Ну, подожди. Миллион умножить на 3. Это легко. Триллион.
Правильно. 4. 100 000 умножить на 12. Это много ли? 100 000. Это же такие огромные суммы. Дайте ребенку что-нибудь полегче. А мы уже миллионы учим. Ну и что? 100 000 что? Умножить. Ладно, попроще сделать. Да, уже все, пусть этот 3 посчитает. 100 000 что? Умножить на 9. Попроще сделать. Сколько? На 9. О, это я. Да. Томочка, что ты будешь? Покажи, какую картинку рисовать? Цветочки. Делать. Сколько? Цветочки? Да. О, подожди. Красивые какие. Молодец. Делай. Будет девочки в домино играть? Ко время еще есть? Вот домино. Ой, не домино. 900 000. Лото. Вот. Да. Посмотрим. Можно будет лото еще поиграть потом вместе четвером. Потом играйте в лото, я буду собирать. Да, они еще решают всякие примерчики. Ну ладно, как будете начинать играть. Доиграете, позовите. Танечка, ты подставку свою не убирай, тогда будешь нормально играть. Хорошо. Мама все выключает. Ой, ну все, прям все сейчас будут маме показывать. Подставка. Ну это тоже, чтобы было удобно, да, мам? Угу. Тома, принеси подставку для ног, Саши. Ой, ну молодцы. Ну, сейчас соберешь. Научила зажимать. Молодец, дочь. Я, знаете, меня прям это вырубило. Я проспала, не знаю, что ночью буду делать. Проснулась, дети уж помылись сами. Смотрите, от домашнего тортика остался один маленький кусочек. И то, наверное, они папки оставили. Чтобы папа поел. Так, курица моя, наверное, готова, никто не трогал. Я, в общем, уснула. Ладно, поедим суп, если что, вечером. Плов доели уже весь. Моя, все играют. А хочешь, я... Санечка, ты не убирай. Пока Софийки нету, можно не собирать ее. Вот каждый раз мучиться тебе. Пусть она прям так стоит. Вот тебе тут удобно заниматься, так и занимайся. Завтра сказала Анна Владимировна прийти опять. Не знаю еще. Мама, хочешь, я тебе прикол расскажу? Завтра я сама расскажу. Завтра Юлия Евгеньевна у нас не будет. Завтра у нас будет другой учитель и другой кабинет. И да, другие предметы вроде бы. Она кстати, нам расписание нам. И приготовьте на ИЗО. Понедельник расписание как и старое. Да, она нам скинула в школьный чат, у нас есть. Ну, все равно, на 2 недели запишите сегодня, ладно? Ну, занимайтесь. Добрый день. Дариночка. Моя девочка, моя помощница. Помогала девчонкам мыться? Нет, они сами. Сами? И Тома сама? Да, они вместе. О, как хорошо. О, видите как? Дети уже совсем взрослые становятся. Ты тоже пойдешь вечером? Да, перед школой же. Ну, сейчас девчонки тоже будут школу готовить. Тоже посмотрю, проверю. Никак не могу отучиться детям. Они вот, знаете, у нас в школу собираются, они начинают. Мам, можно мы вот эти брюки оденем? А можно я вот эту блузку одену? Я, господи. Но в итоге все равно они там приготовят, я потом, нет, вот это не надо, вот это потом, выйти как. Только у Дарки ничего уже не проверяю, она сама одевается, в школу сама все готовит, еще бы я у Дарки проверяла. Но все равно, конечно, я во всем ей помогаю, если она там просит что-то. Много у тебя завтра уроков? 7, ну 6, если бы, то после класса час еще первый. И в первую смену теперь будете учиться, не будет, да, второй? Да, все, теперь. Жалко, так Дарке хорошо было, она четверг-пятницу во вторую училась,
Теперь только первое. Ну ладно. Тут осталось немножко. Ну и каникулы опять, да? Ну все, забираюсь. В последнее время что-то с интернетом происходит. Я вчера говорила, что у меня все повыбивало. Валбрис, кстати, выбила. Этот, пап, проверь еще, пожалуйста, Дзен у меня тоже. У меня просто выкинуло из всех соцсетей, из всего и всего на компьютере. И что-то со связью у нас. Вася вчера заплатил все, интернета нету. Приходится мне раздавать. Тома, чем занимаешься, милая? Я блокнотиком. Блокнотик раскрашиваешь? Да, вот так. Старайся, чтобы рука не болталась, ладно? Ну, давай это уберем лишнее. Ставь руку вот так. Вот так рука должна лежать, хорошо? Ну, все. Говори зрителям пока, мы будем с ними прощаться. Всем пока-пока. Занимайся, занимайся. Ой, я сегодня вообще не сидела за своим компьютером. Что включено, не знаю. О, у меня машинка стирает. Как работает? Зачем? Вот. Девчонки вот. В школу готовят. Что, завтра физкультура? Да. Угу. А ты в каком костюме пойдешь? А у меня есть такой костюмчик, который мы заказывали на Василек. Такой фиолетовенький, бирюзовый. А, ну хорошо. Ну, я тебе еще покажу. Вот. И вот такие брюки за 1 000 000 рублей. Ага. Это еще не все. А ты в чем пойдешь? Вот в кителе? Вот такая вот цепочка. Ой, ну совсем. Даже цепочку приготовила. Сейчас покажу. Женечка, не тоненький этот костюмчик? А? Не тоненький? Ну, для меня нормально. Для вот. Нормально? А, ну хорошо. Я его ни разу еще нигде не покажу. Красивый. Так, Санечка сейчас тоже будет готовить. У меня было раньше большой шпат, но я его оставила. Думала на 5-й класс, а получилось на 4-й. Угу. Так ладно, дорогие мои. Всем пока. Всем пока-пока. Так, девчонки, с дивана все убирайте. Ты вы где сегодня спать будете? Я у себя на кровати. Ну хорошо, все. Всем пока-пока. Всем до завтра. Всем пока.